Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1525. События дня. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 14 февраля 2020 года. Ну, наше обращение о помощи старосты деревни Игорю Александровичу Барабашу. Только уж Господь это может сделать так. Купить комбайн. Комбайн – это не игрушка. Так. Немножко. И вот здесь все данные его. 4 ролика посмотреть, можно убедиться, что все без обмана. Можно тормознуть его, увидеть. Это переписывается члены нашего содружества, как с чатом сказать. Я каждый день это сохраняю для памяти показать.
Кажется, это было. Так, задерживаюсь, я быстро промотаю. Ну, еще свет выключается, вся, ну, без пяти минут, час, третий раз. Ну, и не закрепленная, она обратно все возвращает. Если два раза, тут не беда, всем потерять.
Курсором задерживайте и считайте. Ну так, быстро промотал. Преддверие встретения. Погода установилась лучше. Ну и как всегда, птиц кормил, я с кошками возился. И ролики закачивал, которые насчитывают. Итак, на этом сегодня все.